Повторяю, и первый раз и не знаю, что и как, и конечно, можно
следующее слово. Конечно же не так. Ну ясно, ну хорошо, я не понимаю. Рамхайе. Наймя. Хай. Дальше. Имя Всевышнего, в зависимости от того, какое имя, оно может связано быть или с верхними чакрами, или средними и верхними, или даже проходить сверху вниз, или снизу вверх. Есть разные имена, имеющие разную специфику. И дальше. Наймя Гай. Это тоже как бы наймя энергии проходит по телу, в зависимости от того, как повторять. И Гай. Энергия идет и поднимается, и направляется вверх. Таким путем это наше обращение, мы начали генерировать энергии, начали их отправлять, начали генерировать и готовить к отправлению. Дальше мы конкретно выбрали, какие энергии, для каких целей, именем соответствующим. И наимя Гай – это как мы бросаем письмо. То есть АОМ – это как мы начинаем заполнять письмо, там, кого мы упоминаем. Это как текст самого письма и почтовые координаты. И на имя Гай это уже непосредственно бросание письма в почтовый ящик. Если вашими старинными методами говорить. Какими моими старинными методами? Ну, если имеете в виду бумажное письмо. Ну, ясно. Или если современными методами, то это будет просто набор письма и отправление. И на кнопку. Одной кнопкой, да. Ясно. Вот исполнение таких манкарей также вам советую в этом деле. Да, но их надо как-то не записывать. Они там есть в какой-нибудь? В этой памяти? Да. В компьютере. Откуда вы? Ну там что-то есть, не может. Да. Там есть видеозаписи, о которых мы договаривались. Текстовых материалов там нет пока. Нет, не текстовых материалов, а какое-то там что-то там вроде... вернее, там что-то есть, вот звуковое такое, перед выступлением или что-то такое. Ну да, пение манкарай. Да. Но это же не все манкарай, это же не текст. Не текст. Просто имя Всевышнего Митра, запомните? Да. Имя Всевышнего Рамха, запомните? Ну, да. И дальше простая формула, как создаются простые манкарай. Аум – начало, имя, и дальше наимя Гай. Наймя Гай. Вы знаете эту формулу? Знаю. Вот. Только не знала, что она именно таким образом произносится. А каким? Я когда говорила 64 раза, я просто так своими словами говорила. Аум там кто-то наймя Гай. Да. Кто-то наймя Гай. Правильно. А дальше там что, грибы пособираю. Аум там кто-то наймя Гай. Вот так. Грибы пособираю. Нет, вот такими вот просто своими словами говорила, я ж не знала, как это надо произносить. А вот я первый раз слышу вот эти все произношения, первый раз. Ну, как бы произношение, оно сделано для того, чтобы как раз это было не просто слова. Угу. Просто слова это надо батюшке церкви.
Ну, ясно. А для конкретного исполнения практики нам надо, чтобы это осуществилось. Ясно. То есть, таким путем энергии человеческого тела должны работать для того, чтобы сгенерировать вот этот пучок и отослать его в нужное место. Я поняла. Для того, чтобы этим делом пользоваться, надо сначала услыхать, как это делается, хотя бы ну, таким образом, как я сейчас услышала. И научиться это делать. Ну, в какой-то степени.